Здравия! Какие ежедневные практики вы посоветуете для ускоренного роста потенциала восприятия? Благодарю. У нас есть прекрасное видео на видеоканале. Если вы наберете «Хочу стать магом. Разумное человечество», Григорий рассказывает о пути, по которому шел он. Может быть, о каких-то других путях Григорий добавит. Для ускоренного роста потенциала и восприятия. Но если вы хотите развиваться, есть несколько базовых вещей. Еще раз повторюсь, это забота о теле, морально-нравственная база и знания, которые получаете о Вселенной, о мире. Если вы не знаете, какой мир, то вас будут обманывать. То есть, если вы занимаетесь своим физическим развитием, то есть постепенно в этом развитии, например, как в йоге, переходите к более тонким уровням, то вы со временем научитесь этот обман видеть и чувствовать, соответственно. Без морально-нравственной базы никакая духовная традиция вам не поможет в развитии. То есть ни магия сама по себе вам не поможет, например, ни какие там рейки, которые кого-то там будут лечить, не ставя какой-то принципиальной задачи морально-нравственной. Есть техники, которые развивают человеческую биополевые, то есть возможности психические, есть техники, развивающие физические возможности, и есть морально-нравственная база, и есть знания, которые позволяют вам изучить мир, изучить его строение и понять, почему это происходит так, почему нужно жить по тем или иным принципам. Вот это, например, базовые законы Вселенной, плюс ваше развитие. Если вы, например, идете путем йоги, например, да, вот вы физическое тело развили, научились правильно дышать, развили энергетику, пришли на медитацию, вы со временем научитесь думать и сопоставлять вещи. То есть у вас будет раскрываться тот механизм, который, например, используя знания о окружающем мире, позволит вам находить ответы на все вопросы. Часть ответов будет приходить через медитации как образы, например, а часть вы сможете осмыслить. То есть есть что-то, что нужно понять человеку, как базу, а что-то нужно уже более тонко почувствовать, включившись что-то, а что-то можно увидеть, используя свои возможности. Вот, а в целом уже мы на эту тему говорили. А вообще, если говорить совсем просто, это морально-нравственная база, это чувство гармонии, это понимание цели человека, это управление своим умом, своим сознанием и умение управления своими эмоциями. То есть, если эти вещи вы будете оттачивать со временем, то процесс развития у вас будет идти.